Доброе утро, компания Zapkia. Перед нами автомобиль Grand Starex, уже Евро 6 2015 года выпуска. Он с мочевинкой. Сейчас вот покажем. Видите, здесь уже вот он стоит, бак под мочевину, для того, чтобы добиться выхлопа соответствующего Евро 6. Ну, другие форсуночки, понятно. Вот она здесь стоит, форсунка, вот она, подача именно самой мочевины, блю, как ее называют, в выхлоп, чтобы осадить вредные химикаты, содержащиеся в выхлопе автомобиля. Вкратце расскажу, человек приехал к нам с проблемой, вот читал уже на форумах, у многих горит, проблемка, что неисправен подогрев мочевины, читал много. Кто-то говорит, что это там лямбда-зонд на датчике. Вот мы повозились и выяснили, что подогрев идет в трубке, он вшит. Тут сейчас не видно, но я вам покажу на трубочке. В общем, придется саму трубку менять, хотя пробег всего 30 тысяч. Сейчас покажу. Вот она, тач, вот она эта трубка. Уже человек приобрел ее, купил. И вот видите, в самой трубке сделан подогрев. На машине электрик прозванивал, сопротивление не звонится. На этой трубочке прозвонил, есть сопротивление, значит, подогрев не в обрыве. Сейчас мы ее снимем, вы видели, где она стоит, и установим новую. Единственный дискомфорт в замене, вот она форсунка, нам надо будет, ну, вот, не знаю, не сфокусировалась, на быстросъеме снять, и там, вот, не знаю, не видно вам, эта трубка идет по всему кузову, вон она там проходит. Тут даже не особо видно. Сейчас мы ее достанем и попробуем поймать вообще мочевину, если вдруг она польется вниз. Поэтому сейчас достанем старую, сравним, думаю, все будет четко. Итак, решили не снимать и не дергать новую трубку. В общем, старая. Смотрите, мужики, номер вот такой на ней. У кого есть проблемы, у нас была как ошибка звучала, а как обрыв подогрева, да, мочевины. Вот. И горел постоянно чек. Вот здесь. В эту трубочку, еще раз показываю вам номерочек, вшит подогрев, вон она фишка. Проверить можно, если горит ошибка, тупо прозвонив по сопротивлению. Поэтому сейчас дособираем машинку, скинем чек и отправим счастливого владельца Евро 6 Гранда кататься. Всем удачи, приезжайте к нам, до свидания. Итак, мужики, мы, кстати, может быть и девушки, мало ли кто нас смотрит, поменяли эту трубку, проложили, вот она, видите, здесь идет. Для того, чтобы ее поменять, ну вот мы сами первый раз сделали, нужно будет вам опустить бак. Из того, что заметили, так как это выходная трубка, то бишь подача на форсунку, боялись, может, мочевина потечет, но нет. Она входит в насос, пока насос не работает, соответственно, отстрелили трубочку и ничего не полилось. Тупо все сняли, вот установили на штатные места, ничего сложного, как обычный шланг, видите, по защелочкам идет. Поэтому сейчас ставим бак на место, скидываем ошибку, вот фишечки подключили.